Всем привет! И сегодня у нас в планах изучить всю электронику, скрафтить ласты, дополнительный кислородный баллон, возможно, запасные ласты и все обустраивать дом потихонечку. Так как у нас дерева нету с предыдущих серий, если кто помнит, у меня осталось 11 дерев. Здесь возле острова, но деревьев все равно мало. Много добыть не получится, поэтому поднимаем якорь и плывем дальше. И возле следующего острова остановимся. А все, что можно подобрать, пока подбираем. Хотя сейчас сильно уделять время на сбор ресурсов я не буду, пускай они копятся сами. Так, мы также... У нас есть свечка. Еще одна, по-моему, мы ее нашли. Где у нас свечка? Вот. Эти свечки... Фиг его знает, как их вообще, как зажигать. Может, кто-то знает, напишите в комментариях. И что мы делаем? Нам нужно... Так, нет, это не акула. Нам нужна электроника. А, это попадаются ресурсы. Для микросхемы. Да что ты? Где? Не понял? Офигеть! Чё ты грызёшь? Офигеть! А как он сгрыз? Как он сгрыз мою лестницу? Вот говнюк! Вообще все надо защищать. Вот говнюк. Ладно. Вот такой я, конечно, вижу впервые. Ладно, что для лестницы нужно? Для лестницы у меня все есть. Хорошо. Это небольшая проблема. Проблема, но небольшая. Так, давайте посадим. Может, у нас птички появятся. Так, это мы хоп-хоп-хоп. Едим сразу. Так, картофан. И вот это возьмем. Видите, у меня медный слиток и железный слиток есть. Жарить будем картошечку. И посадим сюда одну картошку. Мы, конечно, возможно, их потеряем, но страшно. И давайте все-таки польем, потому что мы очень, очень давно не поливали наши растения. Так, что нам нужно? Для микросхемы медный слиток один есть и сок лианы. Теперь, значит, ребята, печки нет. Печка пропала. Сука. Печка пропала. Блин, нам придется скрафтить новую печку. Потому что гребаная акула нам ее уничтожила. У нас нет печки. Это очень печально. Я даже не знал, что так можно в этой игре. Да, очень жаль, очень жаль. Ну ладно. Чальца не будем. Так, у нас должны быть 2 и 1. Соответственно, нам нужно 10 песка и 11 глины. Нужен ближайший остров. Как только остров увидим, мы причалим. Везде, где самые ценные ресурсы, нужно расставить вот такие штучки. Соответственно, нам нужна куча хлама для гвоздей и металлических слитков. А давайте сейчас поставим, где у нас ценные эти стоят. Вот это нужно защитить. Слиток есть, гвоздик. Гвоздик сейчас сделаем. Приготавливаем гвоздик. Сейчас что можно защитить, сразу защищаем, ничего не жалеем. Так, это защитили. Ящики с ресурсами, лестницу. Вот это все дело защищаем. Блин, гребаная акула. Я не ожидал такого поворота, честно. Блин, ловись. Ящик. Так. Перед тем, как причалить к острову, нам надо подготовиться к
тому, чтобы нырнуть вглубь, у нас есть кислородный баллон, он, конечно, уже иссякает. Блин, и мы не сможем сейчас новые сделать, потому что у нас печки нету. Да что ты? Ладно, бог с ним. Ладно, бог с ним. Никто рядом острова не видит. Нам нужно рыбачить. Нам нужны наживки. Минимум две, чтобы нормально нырнуть. И еще у меня есть огромное желание. Я вижу впереди плот. Вот если так посмотреть, видно вот в левом верхнем углу. Дашь готовить. Акула плавает. Хлам есть, все нормально. Давайте так, чтобы вас не утомлять вот этим всем сбором ресурсов и всем прочим, что-то интересное будет, все подготовлю к острову причалю и включу. Что-то интересное будет, я включу. Вот, например, хочу остров, не остров, а плот залутать. Вот там включу, возможно. Покажу. Или там нету ящика. Отсюда не видно. Вот что ты... Кстати, акула уже хорошо раненая. Поэтому скоро мы ее... Нормально. Скоро мы ее уничтожим. Не полностью, конечно. На 2 минутки всего, но и этого нам хватит. Все. Включу уже, когда все подготовлю. Завалил акулу сразу же. Как видите, она уходит вниз. И сразу давайте лутать. Кстати, я себе скрафтил крюк для мусора металлический, который будет в 2 раза быстрее лутаться. Первостепенная задача наша – это печка. Поэтому берем печки. Видите, с одного удара он уже забирает все, что нужно. Так, акулы у нас не будет минуты две. Водоросли берем. Так, песок. Самое главное, чтобы видеть, сколько мы набрали. Сюда закину. Так, кислород заканчивается. Давай сюда. Есть. Поплыли. Здесь 2 песка. Нам нужно, по идее, по 12 штук. Но много у нас уже есть, поэтому чуть-чуть поменьше будет. Так, здесь 2 глины. О, вообще, такой крюк, такое наслаждение с этим крюком работать. Так, нет, здесь нигде поблизости. Я не стал уже тратить время на то, чтобы... Вот, смотрите, медная руда. Раз, одна не должна быть. По 3 или по 5 они бывают. Металлическая руда здесь рядом. Классная штука. 3 штуки забираем. Наверное, поднимемся на плот сразу. Так, я не вижу плотика своего. Давай, давай. Поднимемся на плот, посмотрим обстановку, появилась ли акула. А давайте, знаете, как сделаем? Я же подготовил сразу и наживки тоже. Так, быстренько убираем руду железную, что набрали. У нас по 3 есть. Сок. Так, 6-8. Хорошо. Акулю голову выкидываем. Наживка. Я 3 штуки готовил. Выкидываем наживку, чтобы акула отвлеклась на нее. Не будем ждать, пока она на нее отвлечется. Закидываем сюда. Открываем, кидаем мясо. Кстати, вот рыбки нажарил, как видите. Стоп. По-моему, она на меня не отвлечена. Да. Все, ребятки, пока. Пока свободны. Можем делать, что хотим. И было бы классно, помните, я вам рассказывал, что бывают тайники. Это медная руда. Бывают тайники на дне. Там достаточно хороший лут появляется. Давайте попробуем поискать их тоже. Здесь у нас песок. И рыбак тоже, помните, говорил. Сейчас его покажу, по-моему. Его можно использовать еще проще.
Ну, раз пока такой баг есть в игре, я им буду пользоваться, потому что мне важно вам показать только, чем эта игра интересна. Все, поднимаемся. Вижу, что кислород давно уже заканчивался. По жизни у нас все хорошо пока. Глубоко мы залезли. Глубоко, согласен. Так, по кислороду пока более-менее. Подбираем растения. Чего они подбираются? Водоросли. Так, камни меня не интересуют. У меня камней навалом. Смотрите, сколько. Реально, возле одного острова куча всего. А я думал, их все. Так, это слишком уже глубоко. Чувствую. Очень глубоко мы спустились. Ласты бы еще. Да. Давайте сейчас сделаем упор. Реально мы глубоко спустились. Блин, даже страшно немножко. Так, давайте возьмем копье. Поднимемся. Буду отвлекаться на акулу. Пускай кусает. Вот, что я еще сделал. Не успел. Что я еще сделал? Я повесил голову акулы и написал спрат, спред. Не знаю, как это правильно читается. В общем, переводится килька шпроты. Чтобы знал свое место. То, что под водой хозяин он, спору нет. Но над водой хозяева мы. И если он еще раз полезет и будет кикать наши печки, ему не поздоровится. Пускай боится. Это наши трофеи. Так, теперь, что собрали, убираем. Так, где оно у нас здесь? 4. Песка хватает, а глины не хватает. Медная руда. Уже неплохо. Что еще можно скинуть? Вот это. Акулью голову скинем, пока не мешает. Вот, смотрите. Видите, у меня здесь уже здоровья не так много осталось. То есть не полное. Смотрите, в чем фишка. Убираем сюда. И возвращаем. И у нас здоровье полное. То есть можно повторно не крафтить ничего. Вот в этом и заключается баг. Это, конечно, полезно. Кому интересно, пользуйтесь. Но я, наверное, буду пока пользоваться. Хоть это и не совсем честно. Но все-таки. И теперь нам, в принципе, остается только сделать ласты. И тоже так же использовать. Так, хлам у нас здесь. Быстренько пьем. Кидаем еще одну наживку. Так, пополняем сразу. Раз, вмещается 5 стаканов. 5 кружек. 4, 5. И перекусим сразу. Давайте большую рыбу. Вы еще, по-моему, не видели большую рыбу, я вам не показывал. Вот она вот так выглядит, огромная. И ее, когда кушаешь, она пополняет больше 50% здоровья. Это очень много. Именно поэтому они вмещались в маленькую грильку. Так, что я хотел. Берем наживку, кидаем ее и ныряем снова. Так, наживку закинули. Видите, насколько крюка хватает? Крюк вообще очень долго железный. Держится. Акулья голова нам не нужна. Так, быстренько смотрим, нет ли ее рядом. Я ее не вижу. Поехали. Растения. Растения собираем. Но почему-то... Почему-то они плохо собираются. Нам нужна глина, ребят. Я отвлекся немного, так что давайте смотрим водоросли. Где глина? Вот сюда я еще не спускался. Вот песка много вижу. Раз. Два. Подниматься уже нужно, вижу, вижу. Сам вижу, не слепой. Кислорода в баллон все равно мало. Хочется прям плавать под водой долго-долго.
Наполняем воздух и снова ныряем. Нужна глина. Мы еще не делали, что хотели под водой. Почему-то я не вижу глины. Песка много. Песка уже набрали достаточно. Вот она, глина. Она есть, ее лутаем. Все, по-моему, набрали нужное количество. Водоросли берем. Хотя то, что у нас теперь есть такая лазейка небольшая. Акула, блин, она здесь. Ладно, эти забираем. Берем копье. Нет, куда я плыву? Еще один раз, блин, если еще раз укусит, ребят. Все ресурсы потеряны. 12 секунд у меня есть. Блин. Молитесь за меня. Фу, пронесло. Пронесло. У меня аж сердце стучало безбожно. Очень сильно. Так, успели. Песок, глина. В нормальном количестве. Все, давайте сразу крафтим. Крафтим. Что мы крафтим? Вспоминаем. Вот, мокрый кирпич. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Ровно 6 получилось. И сразу ставим на сушку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убираем назад лишнее. Это здесь. Так, что еще мы подбирали? Водоросли. Водоросли, я думаю, больше подбирать не имеет смысла. Все, их достаточно. Если у нас есть такая фишечка, почему бы нет? Так, это сюда. А доски пока не будем тратить. Ну что ж, что хотели, сделали. Для печки у нас достаточно, но нырять будем еще. У нас есть наживка. Возле острова куча всего интересного. Под водой, вернее. Но нужно восстановить жизнь. Так что пока бросать не буду. Я быстренько попью воды. Блин, прождать ночь тоже не получится, хотя уже темнеет. В этой серии обязательно поставим печку. И если еще что-то успеем, то еще. Если нет, уж, к сожалению, в следующей серии. Вон еще плот я вижу. Ну, акула гадина. Акула гадина. Иди сюда. На. Сколько тебе еще тычек надо? Давайте поплаваем за ней. Блин. Представляете реальной жизни? Вообще. Я бы обосрался. Так, сколько они у нас будут сохнуть? Ну, сейчас спать ляжем. Я думаю, они уже высохнут. Сразу поставим печку. Быстренько перекусим акулой. Если что, туда закинуть пожар. Давайте картошечка. Картошечка. Если выбирать между картошкой и свеклой, я выберу картошку. Хотя свекла тоже вкусная. Не успел. Но зато у нас... Но зато у нас акула уже коцается. Полуживая. Выливаем ненужную воду. Так, кушаем. И все, идем спать. Надеюсь, к этому моменту высохнут наши кирпичики. Так. Нет, не высохли. Не высохли. Ладно. Кидаем доску. Убираем картошку. Убираем себя. Тогда ныряем. Все равно нам нужна еще одна печка. Хотя зачем она нам? На всякий случай. Да. На всякий случай. Все. Мы готовы. Давайте сначала попробуем еще раз с акулой посражаться. Может, она уже умрет? Нет еще? Сколько тебе осталось? Акула. Эй, куда? Давай, иди сюда. Сколько тебе еще осталось?
Видите, с акулой даже под водой я уже как в своей тарелке. Уже даже перестал бояться. Почему? Да потому что у нас все на мази. Все, что нужно, у нас уже есть. Осталось только сделать, поставить, как она, приемник называется, да, приемник. И найти богатый, богатый плод. Или вообще, с чего все начиналось? А, сколько тебе еще там осталось? Вот я не знаю, есть копье металлическое. Оно его быстрее убивает или нет? Непонятно. Потому что я пробовал и так, разницы не почувствовал. Блин, я далеко отплыл. Далеко отплыл. Давай еще раз дождемся. Может, ты умрешь все-таки? Давайте дождемся, пока копье не сломается. Есть запасное? Есть. Скрафтим пока еще одно. Все. Давай, ждем. Да, копье сломалось. Ставим сюда. Ну чё, килька грёбаная. Делали мы тебя. Уделали. Уделаем еще раз. И еще раз. Ладно, пофиг. Все, вон твоя живка. Так, что мы ищем? Для чего мы вообще нырнули? Не представляю пока. Так, туда плыть смысла нет. Хлам. Хлама тоже у нас мало. Так что давайте хлам немножко пособираем. Так камень. Камень точно не надо. Хлам нужен. И я еще хотел, конечно, поискать. Но для этого нужны ласты. Чтобы быстро... Вот, вот, ребята, о чем я вам говорил. Вот тайник. Вот он тайник под водой. Смотрите, сколько всего. Болты. Все, что здесь есть, сейчас заберем и плывем наверх. От акулы у нас спасение есть. Жизнь. Ох, смотрите, сколько песка. Упускать нельзя. Здесь куча. Очень много. Я вижу, вижу, вижу вот эти три последние. Надеюсь, жадность фраера не сгубит. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Успевай. Пожалуйста. Успеем. Мы успеем. Все-таки мы нашли тайник. Я сделал, что хотел. Показал вам все, что хотел. Все. Я думаю, на этом можно из этого места отчаливать. И эти тоже высохли. Замечательно. Убираем все, что насобирали. У нас уже песка достаточно для следующей печки. Смотрите. Болт. Металлическая руда. Они просто так. 9 хлама. Или, а, нет, мы хлам собирали сами. Хлам. Ну, хлам, возможно, тоже был. 2 веревки. Это одни из ценных ресурсов. Самые ценные, конечно, болт, петли, руда вот это. Давайте быстренько сделаем. Печку поставим. И на этом закончим серию. И в следующей серии уже, я надеюсь, доделаем. Да изучим все, что у нас не изучено. И уберем вот эту штучку. И дальше у нас будет... Дальше у нас будет здесь что-то обустраиваться. Так, печенька. Для печки хлам, доски, гвоздь. Все это у нас есть. Хлам здесь. 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Гвоздь. 6 гвоздей. Все забираем. И доски 4 штуки. Изготовить. Так, печка есть. И что самое теперь важное. Пока я не сделаю, не уйду. Помните, у нас печка как провалилась? Поэтому нужно поставить арматуру. Прямо сейчас. Для этого закидываем металлическую руду сюда. Закидываем доски. Нам нужна всего лишь одна и гвоздики. Для гвоздей нужен хлам. И гвоздики.
Так, пока есть время, попьем. Что? Выполняли? Раз. И 4, 5. Здесь у нас есть что жарить? Давайте свеклу пожарим. И картошечку съедим. Так, ну все, все налаживается. Я думаю, еще поныряем. Даже здесь, не отходя от острова. Ресурсов у нас предостаточно. Сделаем все, что нужно. Укрепим все необходимые ячейки. И еще один момент. Пока я сам играл, не серии, акула напала на вот эту ячейку. Армированную сетку. Защищенную. И она ее грызла. Тогда я не понимаю, что дает вот эта арматура. То есть она не защищает ее от акулы. Но возможно... она дольше ее грызет. То есть у нее уходит на это больше времени. Я не знаю, что... так это или нет. То, что думают, пишите в комментариях. Возможно, кто-то знает. Потому что я не знаю, я еще не проверял. Вот видите, кое-как успел спасти. А вот если на эту прыгнет, возможно, у нее просто занимает это дольше времени. Так. Все, готово. И давайте сразу укрепим. Есть. Все, думаю, на этом заканчиваем. Так, что мы? Берем копье. Идем на второй этаж. И вот еще, ребятки, я поставил сюда птичье гнездо. И видите, они уже начали виться. Мои чайки. Даже перья появились. Еще появятся яйца. Ну, как вам, ребят, серия? Пишите ваше мнение в комментариях. Всем пока!